Всем привет, с вами Аркадий. Сегодня я сделаю обзор вот такой вот замечательной, красивой машинки, которая называется Bugatti Divo. Она названа так в честь гонщика Альберта Диво, который выиграл 2 раза за команду Bugatti. Как вы уже обратили внимание, на крыше у этой машинки вот такая вот синяя линия. Эта линия идет от багажника до спойлера. Горят передние и задние фары при открытии дверей. Обратите внимание, какой необычной формы у нее фары. Обратите внимание, как причудливо у нее сконструирована крыша. Во всем мире насчитывается всего лишь 40 экземпляров. Корпус этой машинки выполнен из карбона. Это такой очень легкий и дорогой материал. Вы увидите перед собой машинку в базовой раскраске. Но по желанию покупателя ему могут предоставить другую раскраску. Например, в красном цвете. В зеленом цвете. Надеюсь, вам понравился обзор вот такой вот машинки, которая называется Bugatti Divo. Или же Divo. Ставьте лайки и пишите свои комментарии, что вы о ней думаете. Смотрите другие обзоры металлических машинок на канале и сайте Папа Рулит. Всем пока! До новых встреч!